период с 16 по 23 января на территории Волжского и Волжского района зарегистрировано 9 преступлений. Большая часть из них – это снова кражи и мошеннические действия с использованием банковских карт. 17 января неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, похитил с банковской карты, принадлежащей 24-летнему жителю Волжского района, денежные средства на общую сумму 58 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье кража. Кроме этого, в полицию обратился 61-летний волжанин, который сообщил, что в декабре 2019 года он стал жертвой мошенников. Изначально мужчина не планировал обращаться в правоохранительные органы, но затем изменил свое решение. В период с 22 декабря по 26 декабря 2019 года неизвестный через сайт Авито под предлогом продажи мотоцикла попросил у мужчины перечислить предоплату на банковскую карту в размере 5000 рублей. После перечисления денежных средств абонент телефона лжепродавца оказался недоступен. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». С 16 по 23 января волжские полицейские раскрыли 5 преступлений. Кроме этого, установлен подозреваемый в совершении кражи из квартиры. Выяснилось, что неработающая, ранее несудимая 39-летняя жительница города Зеленодольска, Республики Татарстан, подобрав ключ к квартире одного из домов по улице Дружба города Волжска, похитила телевизор и планшет, принадлежащие 57-летней хозяйке квартиры. Общий ущерб составил 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники МОМВД России Волжский напоминают, что если вы стали жертвой или очевидцем преступления, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону дежурной части 498-42.